Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в Valiant Hearts. Война, зима, Франция, Верден. Носки обменяет на какую-то бутылочку с непонятным веществом. У нас, кстати, есть лопата. Вот так вот. Что произошло в предыдущей серии? Нас депортировали как дезертира, но все-таки дали возможность дальше воевать на тюрьме. Ого, какая очередь есть. А чё не берет-то тарелочка? Видимо, в хлебушек нужно... Хлебушек нужно покрошить тарелочку, и тогда, может, мы голубя сможем прихлопнуть. Заплывнуть в этого голубя чем-нибудь. Только зачем нам голубь? Непонятно. А, хочет написать письмо, нужны чернила. Понятно, он носок нашли. Хоть и вонючий, грязный носок, но все же носок. Что-то там еще карты какие-то валяются. Да-да. Давай носок, блин. Типа у меня и сейчас такой есть, что ли? Карты. А где негр афроамериканец, куда убежал? Нам нужно прокипятить эти носки, для этого кастрюльку нужно найти. Вот что я думаю. Не дают нам. Пусть помоет, потом заберем. О, чистый носок. У него даже капелька падает. Что мог? Еще высушили его. Вдобавок. Давай, чернила, спасибо. Осталось подбить голубя. Подождите, что там? Котелок какой-то. Вот сейчас-то, блядь, его по башке и ударить, этого голубя. О, перо, то что нужно. Моя милая дочь, я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он все еще в лагере к югу от Реймса. Надеюсь, мне все-таки разрешат его повидать. Спасибо за фото, оно много для меня значит.
Ой, валим. Бомбежка. Окопы. Котелок. Нет, бомбежка везде. Бегите! Молодцы. Ой, черт возьми! Сколько людей тут помирает. Ах, ты подбила. Черт. О, нет, только не сюда. Страшно это все. Одни черные. Смотри. Свисток, свисток. Че, мы больше что отступаем теперь? Какие-то доски. А зачем нам доски? Если мы не можем с ними. О! Красавы! Бежим! Письмо тунисского солдата. Дорогие мои родители, мне холодно. Страна, которую мы защищаем, настоящее царство льда и снег. Земля промерзла настолько, что стала тверже камня. Окопаться практически невозможно. Я уже почти не чувствую рук от холода. Надеюсь, у нас в деревне все хорошо. Вы получаете деньги, которые я посылаю, Ахмед. Вперед! А что там? Колючая проволока. Начали использовать в 1847 году. Нужно колесо. Где-то найти. Колесо. Сейчас покатим тележку и взорвем. Все к чертовой матери. Отличный фон у игры, просто шикарный. Я вот смотрю и удивляюсь, насколько проработан он. Все. Вперед! Бомбы, это хорошо. Видимо, придется несколько раз так лупить. Да, идем. Вперед! А,
О боже, а как тогда надо было поступить? У меня больше ни палки, ничего нет. Или ждать, пока он сам подстрелит, что ли? Пожалуй, то, парни, пойду я назад, схожу, палку возьму. Полезная вещь. Или бомбочку. Сейчас все будет, ребята. Закончат. Вот, теперь можно бежать, 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 бежать. Ой. Блин. Накидать палками, что ли? Тележку. Прикольная идея. Сейчас, сейчас, сейчас они прикрутят свои. Вот, отлично. Дальше пробежать. Ах ты. Палка не зря там была. Что ж такое? Мажу. Отлично. Валим, ребята, валим отсюда. Бомбежка, что ли, опять? Что там, колокол? Что с колоколом? Ого, какие орудия. Бежим. Эмиль сейчас поможет. Боже. Куда только идти нам надо. Боже. Блин. Телефон, снаряд. То есть нужно нам подготовить все. Что ты роешь там, собачка? Что ты роешь? Так, ну все понятно. Ладно, погнали. Ну тут тоже хорошо. Ой. Нет. Нет, не туда. Значит, надо повернуть, а для этого нужен рычаг. Рычаг мы можем взять вон там, наверху, но... Если только... Снимем колесо. Для этого и бомбы. А бомбы мы сейчас с вами и возьмем. Вперед, собачка. Мне нужна бомба. Пошли. Спасибо. Отличный пес. Сейчас все будет. Не переживаем. Самое интересное, это действительно логичная игра. Тут то есть взрываются деревья, гранаты. И все делается так, как по логике, по законам физики. Можно так сказать. Ну, не все, конечно, часть, но... Вань,
Собака! Вперед! А как мы наверх заберемся? А, ну вот тут есть. Уже почти. Почти. Полдела сделано. Не хватает. Где взять ключ? Угу. Определенно нужен ключ. Да, но тут вот мало все логично. Ну собака там что-то копала, вот, точно. Мне кажется, баг, потому что она не докапывает. О, да, как отлично. Ключи. То, что нужно. Ура. Та-дам. Кстати, если вам эта игра понравилась, то вам и Петька Василий Иванович понравится, и другие, ну, подобные. Мельница. Блин, теперь еще раз придется. Он как-то показывал, что справа от мельницы и выше от деревьев. Сейчас все будет. А, я не могу двигать, потому что. Так, стоп, а почему? Надо еще что ли? Патроны. Или один раз зарядили, хватит. Справа от мельницы и выше деревьев. Подождите, вот деревья. Если выше них, то вот так. С мельницы, то как-то вот так. Или, может быть, вот так. Мельница справа от мельницы. И от деревьев выше. Может, не та мельница? Может, есть другая какая-нибудь мельница? На, сами бомбим. Я ведь вот правильно думаю, что справа и вверх. Только от вверх от каких деревьев? Давайте на два, что ли. Может, еще где-то есть мельница. Хоть сомневаюсь.
деление брать? Вот так примерно. Или он деление показывает, сколько, насколько надо поднять? Нет. Пять делений вправо, пять делений влево. Нет, он не показывает, друзья. Я вроде вот понимаю, что вот вправо, но блин, как, насколько? Если тут на два, то и тут на два поднимем. Да, три. F1. Подсказка, ну-ка, голый, подскажи. Какие деревья? Это я понял уже, что надо бить так. А дальше-то, может, ну, через минуту нам подскажут, потому что, на самом деле, не понимаю, куда бить. Вот, это явно, ну, та мельница, да? Вправо и выше трех деревьев. Давайте подождем, потому что маус залип я тут. Нужна подсказка. Подсказка, где подсказка, кстати? А, вот подсказка. Подсказка будет через 10 секунд. Голубь в каске нам принесет подсказку. Ну, вот три дерева выше. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Угу. Угу. Настройся на мельницу. И деревья. То есть две цели, что ли? А как-то можно приближать? Как думаете? Мельница. Вот тут что? Вот так. О, попали по одной из целей. Мощная артиллерийская поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. Привет, друг! Класс. Командование узнало о боевых подвигах друзей и решило наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Почти ежеминутно по одному французу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Ужасно. Восьмое мая 1916 года отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон, ключевой пункт германской обороны. Ух ты, им двоим, что ли, поручили? Слева-то русский, да?